Аня, я тебе сейчас покажу, что здесь получилось. Смотри, они такие какие-то яркие, на самом деле они не такие яркие, не знаю, из-за света, что ли, так и ночного. Смотри, вот эти колечки желтые, это с ананасом, сахарной посыпки. Вот эти цветные колечки, там три разных вкуса, они в сахарной посыпке слегка кислые, слегка, прям можешь даже не заметить. Потом вот эти мишки красный, желтый и голубой. Они тоже чуть-чуть кисленькие, в сахарной посыпке вкусненькие. Вот это вот с колой тоже сахарной посыпки. Потом питончики. Там вкус лимон, яблоко и клубника. Три штучки, они по 13 сантиметров в длину. Потом вот такие дельфинчики или акулки. Они такие твердые, они такие должны быть жевательные. Ну, это такой твердый жевательный мармелад. Вот такие вот, видишь, разноцветные в сахаре. Это они кисленькие, очень вкусные, но кислые. И вот такие двухцветные, белые с оранжевым, белые с синим. Это в сахарной посыпке фруктовые ассорти разного вкуса, тоже очень вкусные. Так, потом что? Вот эти дольки, это дольки манго. Вот, сейчас еще посмотрю, что здесь еще. Ну, по-моему, все. Ну, вот это вот все вкусно. И вот он, большой дракончик.